Смотрите, у меня есть ледяной меч, демонический щит, немножко брони, остального у меня пока нет. Винегрет. Все, пора заканчивать с играми. Ну а перед началом ролика, ребят, я кое-что скажу. Я вот здесь вот бегаю на лайте-крафте, да, и тут еще моя вон привилегия. Смотрите, это я. Курлык, курлык. Это такая эксклюзивная привилегия, и на нее сейчас, кстати, даже скидка действует. Ну, в общем, я хотел сказать, заходите на лайте-крафт. Мы вот тут уже бегаем с подписчиками, прикалываемся. Как я и говорил, я частенько здесь появляюсь. IP, сайт и версия, все есть в описании, либо у вас на экране. Ну а сейчас вторая часть карты. Кто не смотрел первую, обязательно посмотрите, а то ничего не поймете. Все, в общем, погнали, полетели, поехали. Начинаем. Зубастик, ты что, хочешь кушать? Я тоже хочу покушать. Куда он делся? Серьезно, куда он делся? Он забежал, по-моему. О, Зубастик, нашел нашего друга. Что у него с головой такое? Бадди здесь у нас. Привет, Бурый, ты сюда тоже попал через морковку? Что, нет? Ну и ладно, мне сейчас нужна твоя помощь. В общем, мне нужно противоядие от моей большой головы, которая лежит на дне колодца. Будь другом, принеси его. Ничего себе! Там, Зубастик, ты... Чё, Ава Мария? Да, какого фига? Что тут происходит вообще? Бадди, ой, а тут даже наш пузатый друг есть. Вот это круто. У него здоровая голова, мы ее сейчас вылечим. Так, у нас тут ночь, и надо срочно опять поспать. Так, ребят, я поспал и что-то немножко сбился с темы. Ну, мы встретили Бадди, которому нужно зелье, которое находится в колодце. Окей, где у нас вопрос колодец? Вот это у нас явно не колодец, это фонтан, но я все же на всякий случай проверю. Давайте тогда поищем колодец. Он где-то в городе у нас, наверное, должен быть. Вот еще какой-то фонтан. Здесь тоже, я думаю, вряд ли что-то будет. О, а вот это что? Вот это вот больше смахивает на колодец. Так, что там? Зубастик, тебе со мной нельзя, посиди тут, потому что вдруг захлебнешься. Все, прыгаем, ребятки. И что нам найти? Нам надо какое-то зелье найти. Так, тут у нас дверка. Окей, открываем. Отшельник. Здрасте, у него ничего нету. Что тут вообще? Может его как-то вытащить? Давай, вылазь, выползай отсюда, я помогу. Здесь у нас что? О, морковочка одна, это хорошо, глина. Почему глина? Ага, это и есть зелье, что ли, для Бадди? Окей, всплываем. Ух, какой я быстрый. Знаете, кто пловец номер один? Это вот я, да. Это я. Ой. Да, еще лучше. Ну все. Главное, что живой. Спасибо, что живой. Зубастик, я вернулся. У меня еще есть вот глина. То, вообще, это зелье должно быть. О, кстати, вот табличка. Еще одна, восьмая уже. Есть, есть восьмая табличка. И мы сейчас глину и вообще это зелье несем. Вот Бадди. Спасибо, он говорит нам. И он мне дал ледяной меч. О, братика, вот это круто. Вот это мне поможет. Вон тем вот каким-то розовым поняхам надавать люлей, ибо они какие-то злые там. Ну все, Бадди, огонь к тебе. Только что забежала. Ну, вообще по барабану. У него нет двери, у него окна только. Кстати, вот к этому вот чувачечку. Я не заходил, и он как-то странно на меня... Тихо-тихо-тихо, чё за... Чё это такое? Тихо, ну-ка, это... А, это звук, видимо, когда... Блин, такое ощущение, что сейчас что-то за... Ой, всё, меня этот... Меня это с ума сведет. Вот эти вот карты, все, мне нельзя в подобные играть. Все, пойдем, Зубастик, по домам. Да нифига, Фигас там плавал. Как я не... Я обязательно пройду эту карту до конца. Что у нас дальше? Давайте будем смотреть. Здесь я уже обошел все, что можно, он туда только не ходил. Но я вот, когда мы тут с Бадди бегали, я видел вот эту вот каменную какое-то такое строение. Поэтому мы зайдем вот сюда, я больше не буду заходить. Мы зайдем вот сюда с вами. Здесь у нас что? Это у нас обычная охрана, я так понимаю. Окей, проходим, они мне ничего, надеюсь. У нас тут воины и какой-то король Пепербурга. Привет, странник, что тебя сюда привело? Ясно, я дам тебе демонический щит, если ты убьешь чудовище, которое каждый месяц приходит к нам и убивает жителей. Принесешь мне его голову, тогда я дам тебе, что тебе нужно. Окей, король Пепербурга. Вопрос, где мне искать этого убей повара? Так, шик, череп скелета иссушителя. Ага, и где мне найти вопрос? У меня вообще тут, по-моему, мирное... Нет, нормальное стоит, окей. Вот здесь у нас еще что-то, какой-то спуск. Может, здесь и обитает это чудовище? Ну-ка, воин, ну-ка, что? О, ты уже опоздал, я победил его. Возьми его голову и отнеси королю. Ты это заслужил? Что, нормально? Спасибо, давай. Где вот это вот? Все нормально. Ух, потная была битва прям. Я весь пропотел, 10 потов сошло, 30 мечей сломал. Но все-таки добился этого черепа прям. Ох, король, получите. Держи щит, странник. Спасибо. Так, огонь.
Значит, что у нас? Демонический щит. Окей, мы еще одну из реликвий нашли, или, ну, как-то, если можно так назвать. Я сейчас хочу вот сюда в список заглянуть. Тебе нужен полный сет коровьей брони, кулон, земляной элемент, деревянный посох, ледяной меч, коса и демонический щит. Смотрите, у меня есть ледяной меч, демонический щит, немножко брони, остального у меня пока нет. Винегрет. Пора заканчивать с играми. Так, значит, щит мы тогда... Ой, я, кстати, смогу, может, к пони пробраться с помощью этого щита. Давайте попробуем вообще одну поньку выпущу сейчас. Еще я вспомнил, что у меня вот здесь вот такой нагрудник есть, поэтому он мне вон аж целых 4 защиты дает. Ну-ка, давайте попробуем. Ага. Зубастик! Зубастик, уйди нафиг! Уйди! Блин, тихо! Что там произошло? Не говорите мне, что Зубастика убили, я выпустил целую ораву поняшек. Где Зубастик? Я знаю, что надо делать. Смотрите, ребят, смотрите, хоп. Нет, их там еще куча, я их думал сейчас всех, а как мне... ладно, придется вас мочить тогда потихонечку. Хоп. Ну-ка, тихо. У меня ж хп мало, где рыба? Какая рыба? Где, блин, мой Зубастик? Они убили Зубастика! Где Зубастик? Нет, где мой Зубастик, блин? Вы чё? Я понял. Одно хп, вы мне не догоните. Гопник, мочи их, они семки у тебя забрали. Ничего, я верну Зубастика. Я их зря в мир-то выпустил. Тут вот еще одна стоит. Нет. Ну что такое? Ну где я появился? Ну какого лешего? Я их в город всех выпустил. А ну пошла вон. Верните мне все вещи. Как я без этого эту вообще пройду? Эту карту? Нет, хп вообще мало. Бежим. Кто меня надоумил пойти проверять, еще и Зубастика не оставив в покое. Я все подобрал, надеюсь. Так, быстро сюда заходим. Хоп, закрылся, все нормально. Щит здесь, броня здесь. Так, нагрудничек тогда надеваю. Да что такое? Посмотрите на ее, это бешеная поняха. А ну она одна вроде, с ней я сейчас справлюсь. А ну как еще разок. Есть, одну убил. Вон еще одна гуляет, и она на меня идет. Я понял, их надо убивать, и они тогда будут появятся вон в том, обратно, короче, возродятся. Ну я, ребята, вот что вам скажу, этим поняхам вообще не жить, они моего Зубастика, блин, мне... Как мне к ним попасть? Надо еще задание повыполнять, может мне еще что-нибудь дадут, потому что я с такими вещами, как вообще с ними сражаться должен? Надо все таблички найти, вот здесь мы еще не были, погнали сюда. Так, тут у нас, ребятки, Майл, что у нас здесь? У нас здесь ничего нету, окей. Вот табличка, еще одна, отлично, я все 8, есть 8 табличек у меня. Так, я вот это убираю сейчас. Они, блин, моего Зубастика погубили, но я его верну, ребят, не переживайте. Зубастик, он бессмертный. Он возрождается каждые несколько часов. Так, что у нас здесь вообще, Джарах? Я надеюсь, Эльдар не против, что я здесь переночую, что у него день. Зачем вы делаете такие карты? Окей, у нас утро, ну чё мне скажут? Эй, Бурундук, достань из того ящика табуретку, я должен починить лампу, а не... Не могу я до нее дотянуться, окей, без проблем, вообще вот. Это самое, наверное, простое задание, спасибо. Опа, кулон, ну все, спасибо тогда, я, пожалуй, пойду отсюда. Теперь мы залазим вот сюда повыше, я помню, что мне, да, и кулон какой-то тоже нужен был, вроде, будет. Посох, ледяной меч, так, вот, кулон, да, и вот у меня кулон, все, парень. Что у нас здесь за домик, сейчас мы посмотрим. О, еще одна табличка, это последняя. Огонь, сейчас мы еще и у Новельного выполним тогда задание, вообще круто, давай. Ну-ка, и... Чпонька, огонь. Я собрал 10 штук, у меня, я что-то не знаю, у меня задание вообще что-нибудь появилось там, нет? Видимо, мне их надо отнести. Окей, что у меня здесь? Это ж Магнус, что? Всем привет, с вами познаватель. Сегодня мы будем делать желейного медведя Валерку и желейного нуба. Все, я. Так, мне задание никакое там, медведя сделать нету. Ну и хорошо, я, пожалуй, пойду отсюда. Почему желейный медведь и Эльдар живут где-то непонятно вообще от города? Один в пещере, другой где-то вот на горе какой-то. Как будто они, не знаю, чельники. Ну чё, ребят, мы нашли 10, получается, плакатов или что это, вывески. Мы их отнесем сейчас Новельному. Ну-ка на. Ах ты пес. Ну ничего, в следующий раз я точно выиграю. Окей, что он мне дал? Он мне дал шлем кожаный. Окой хотел сказать. Окей, у меня есть шлем. У меня, в общем, есть броня. У меня есть все, кроме штанов. Ну-ка, давайте я приоденусь. Все, коровки. Ну, ребят, что-то эта броня вообще мне плохо хотел сказать. В общем, она мне мало дает брони. Но я вам скажу, это уже хоть что-то. Я не знаю, как я вон с теми поняхами, с этими буду справляться. Но что-нибудь попробуем. Ну, вот здесь я еще, кстати, наверх не лазил. Что у нас здесь? Чунга-чанга. Так, мне надо к Чунга-чанге. Здравствуйте. Нет у него ничего. У него копье есть деревянное. Дай мне копье, пожалуйста.
как мне копье у него взять? Мне же его тоже отнести надо. Здесь у нас Чукча и Гэндальф. А почему Гэндальф с Чукчей? Это не Чукчи, это какой-то эскимос больше. Ну, эскимос и Гэндальф фиолетовый. Я отдам тебе свой посох, но ты не пройдешь. Ой, то есть ты должен помочь мне, свари зелье силы и принеси его мне. Окей, зелье силы ему надо. Я помню, у кого у нас есть варочный аппарат. Я думаю, ребят, вы тоже. Только вопрос, я не знаю, и точнее не помню, как варить зелье. Ага, мне дали просто водичку. Руки-базуки открывайте, делиться будем. Синтолом. Так, как все это делается, я не знаю. Тут че? Вот, вот, все. Ага, это вот так, по-моему. Ну вот он точно знает, что получится. Ну-ка, давайте. Е-е-е, ребятки, зелье силы получилось. Да-да, огонь. Все, погнали. Все-таки не зря я, по-моему, вот в магазине у Ашот, что ли, эту, как ее, огненный порошок-то взял. Ну, все, несем его обратно Гэндальфу фиолетовому. Мне кажется, что как-то вот у этого Чунга-Чанги можно копье забрать. Но я в этом, конечно, не уверен. Держи мой посох, юный чародей. Огонь, он мне еще и денежку дал. Только зачем она мне, не знаю. Кстати, по поводу денежек, тут же миллионер, тут можно, наверное, что-то покупать, но здесь никого, по-моему, нет. Я во все сундуки везде заглядываю, но знаете, что я вам скажу? Вот этому... Все-таки, какой звук. Он и до этого был, но не обращал внимания, но он странный немного. Когда ты подходишь к такому злодею, он издает такой звук. У меня почему-то странные мысли появляются, ладно. Так, значит, что у нас тут? Я деревянное копье, затем мне нужен шлем и изумрудный боевой топор. Пока что это все. Вот, кстати, посох, он мне может чем-то помочь, я надеюсь. Я, конечно, не уверен, но попробовать можно вот так вот в них запульнуть сейчас. Хотя что-то он не это... Он не работает. Окей, ладно. Ну чё, ребят, я вон... Во, вон там я, по-моему, еще не был. Это что за домик вообще? Ох, я... Мне мало этих вещей, чтобы одолеть тех понях. Они очень сильные, серьезно. Петя, привет. Ну почему у тебя нет никакого задания? Я даже не помню, был я или нет здесь. Но я хотя бы посплю. Ты не против будешь, да, Петя? Кто тебя спрашивает, конечно, нет. Ну что я скажу, я, по-моему, обошел вообще все, что можно. Вон там, смотрите, кстати, есть еще какая-то деревня. Я не знаю, стоит ли туда идти. Может быть и можно до туда прогуляться, но окей, скорее всего, это просто какая-то обычная деревня. Я реально не знаю, что еще можно делать, кроме как сразиться с этими поняхами. Ох, ну у меня вопрос в том, что я думаю, что мне вряд ли вообще хватит сил, чтобы их победить. Так, мы будем тогда что делать? Ух, ладно, выбора у меня в принципе нет, как мне с ними сражаться. Может, на их, конечно, попробовать вывести куда-нибудь подальше и потом прибежать сюда. Знаете, я что еще сделаю перед этим? Вот так вот я, пожалуй, сделаю, раз тут правил карты нету, чтобы мне как бы это ничего не делать. Ну что, ребят, значит, план такой. Я их сейчас попробую вывести. Мне надо вообще сюда что-нибудь поставить. Они моего зубастика отфигачили. А я могу вообще выломить эту дверь? Ух, ребят, в общем, план такой. Я открываю дверь, постараюсь их выманить как можно больше и вот увести как можно дальше. И так со всеми. Потому что я не справлюсь с такой броней, я не убью их всех, тем более они еще и возрождаются. Погнали, погнали, ну. Чё, давай, 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 погнали, погнали. Ну чё вы, блин. Всё, 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 есть, есть, маленько вывел. Одну, что ли, ладно, давайте хотя бы одну. Кальдару вон сейчас уведем ее. Всё, ребятки, а теперь резко-резко от нее постараемся убежать. Сейчас вот так вот за стенки, за стеночки. Всё, вроде я ее увел. Ты серьёзно, ты тихо, гуляй там. Она куда-то возвращается, надеюсь, что не сюда. Она идет все ближе. Нет, всё, 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 вроде мы ее немножко-то отогнали. Давайте теперь... С другими. Мне надо их побольше. Мне надо их выманить побольше. Побольше маленько на себя. Давай, 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 давай. Есть, 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 есть. Вот это уже хорошо. Давайте вот сюда, вас подальше в лес куда-нибудь. Сейчас я запихну. Сколько, две? Где остальные? Там еще вышли, я помню. Ну-ка, давай всех сюда. Еще давай. А ну-ка, бегом, бегом, бегом. Все, выходим, выходим. И за мной, быстренько. Вот это уже хорошо. Вот это лучше. Вперед. Вот, четыре штучки. Нормально, да. С остальными можно уже и попробовать расправиться. Если что, так я покушаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, все, все. Сейчас мы быстренько их вот так вот раз-раз-раз и попробуем убежать. Все, я надеюсь, что у нас сейчас все получится. Поскорее, поскорее убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем. Отлично, отлично, ребятки. Все, все, справился. Так, кушаем. И где-то тут одна должна бродить. Я не знаю, где она. Ну, 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 еще, еще. Че, одна только что ли? Тут еще одна, их две. Давай, давай, давай. С вами я расправлюсь. С вами я сейчас расправлюсь. Но они возродятся. Я знаю, что они возродятся. У меня уже хп мало. Тогда надо. Е-мое. Ты-то откуда здесь? А ну-ка, лежать, лежать. Быстро, ребят, быстро, вон сундук, они меня сейчас... Я что-то взять успел. Я понял, что надо делать, я понял. Я, блин, остальных вернул. Ё-моё, они здесь, они... Я их что, привел прямо к дому?
Сейчас уведу их сюда подальше куда-нибудь. Я понял, нам надо, короче, просто прорваться. И там целых три было, целых три... Не реликвии, а как их назвать, я даже не знаю. Три вещи, которые мне нужны. Я шлем, я успел взять шлем. Окей, может, мы отнесем сейчас шлем? Шлем нужен был, по-моему, вон там, вон, есть один такой чувачок. Либо, может, мне его надеть? Нет, я его верну владельцу. Может, он мне что-нибудь крутое даст. Спасибо большое, он мне дал земляной элемент. Ну и ладно, ничего страшного, я не смотрите, они возвращаются в помойке. Так, тихо. Ну, раз у меня тут keep inventory правил нет, тогда мы просто врываемся вот так вот и бьем всех. Дайте мне пройти, взять что-нибудь. Есть, забрал, друзья. Чё я забрал, не знаю, у меня тут топор. О, топор будет даже покруче, я сейчас... И копье я забрал, отлично, вот где у нас, значит, копье. Все, я сейчас этих пони отправлю куда надо, чтобы они... Она сама туда вернулась, что ли? Серьезно? Я ее только что здесь видел. Ну ладно. Так, топор у нас, и что у нас там по заданиям? Ну-ка, убей повара. Почему повара? Я не знаю. Изумрудный боевой топор. Принеси награду. Так, награду вот у меня, по-моему, Петрович. Вау, спасибо. Он мне что дал? Поножи из кожи коровы. Все, у меня есть целый сет. Я все, прям целая корова. Вот так вот, все. Полный костюм коровки. Идем дальше. Думаем, что у нас там дальше. Дальше у нас вот это вот деревянное копье нам надо вернуть. Копье вот у нас вот этому Шинахаманана. Шиханаманана, да. Мы вообще у него самым первым получили задание. Видимо, выполняем самым последним. Все, я выполнил. Обалдеть, изумрудная коса, вот почему мне эту косу не дали, когда я вот, я, дайте я этих понях долбану, потому что они вообще офигели. Я им за зубастика еще врежу. Ну все, зачем я это сделала? Ладно, я им сейчас люлей-то еще дам. За зубастика немножечко. Надо тут это, посражаться. Есть, все, лежать, вот так вот. Вы моего зубастика вообще не жалели, вот вам. Ну что будем делать? Смотрите, я просто возвращаюсь. Вы ничего не заметили? Вот его, по-моему, должны звать Петрович, а не тебя. Ну чё, ребят, проверяем, всё ли у нас есть. Так, список. Тебе нужен полный сет коровьей брони. Есть. Кулон имеется. Земляной элемент. Тоже здесь у нас деревянный посох. Присутствует ледяной меч, коса и демонический щит. Ледяной меч... Коса и демонический щит. Все, у меня все есть. Мы с вами, ребятки, выполнили задание. Что нам делать дальше? Дальше нам нужна нажимная плита. И нам надо на нее встать. Ух, что же произойдет, я не знаю. Но поехали. Сейчас меч такой вот так возьму. Нет, у меня же коса есть, она круче. Погнали. Блин, я это, плиту... потерял. И что мне теперь делать? И как вообще это работает? Шикура, я снова у вас тут. Аниме рулит. Я ложусь поспать. Я, кажется, догадываюсь, что мне нужно сделать. Я все собрал. Тут у нас Димон. Нам надо было плиту, наверное, вот сюда поставить, раз тут командный блок. Ну, смотрите, мы можем, в принципе, сделать так хорошо, что у меня есть деревянные блоки. Ух, ну чё, все я сделал, все у меня вроде получилось. Здесь вообще круто, я просто не знаю, что сейчас произойдет, поэтому я скажу, вдруг я сюда вообще не вернусь. Реально все офигенно, куча шуток, прям прикольно, и давайте посмотрим, может у нас сейчас еще какие-то испытания будут ждать. Мы с вами появились снова в какой-то деревне, и это, смотрите, Бурундушкина, это наша Простоквашина. Тут моя морковь самая крутая, огонь я теперь могу... А, конец, все, получается, ребятки, это у нас конец. Смотрите, тут копьеносец. Тут, ага, ну давайте прочитаем. Ты вместе с войском Пипибурга освободили Бурундушкина, и теперь там царит мир и покой. Спасибо за прохождение моей карты. Надеюсь, она тебе понравилась. Оцени ее по 10-бальной шкале. Желаю тебе добрых подписчиков и всего самого лучшего в жизни. Огонь вообще! Круто! Еще раз круто! Прежде чем я тут все побегу посмотрю, давайте тогда сразу оценю карту, чтобы не забыть. Я корова с косой. Это что-то странное вообще. Я хотя бы шлем вот так сниму. По поводу карты, ребят, карта огонь, клевая. Я скажу, что я почувствовал во время прохождения, вот на первых эмоциях, да, после прохождения. Ребят, она уютная. Мне очень понравилось бегать по той или вот по этой деревне, я просто не понял пока где. Понравилось выполнять задание. Понравилось, что тут здесь было много прикольных таких плюшек, приколюшек, прям это было очень прикольно. NPC
вообще тема классная, я считаю, что любую карту нужно делать с NPC, она прям сразу просто на уровень выше становится. NPC прям дополняют ее очень сильно. Здесь вообще этот мод основным как бы выступает, поэтому прям, а мне нравится этот мод. Какие плюсы у карты? Еще раз скажу, что она уютная, приколюхи, шутки, вообще огонь, мне понравились, все персонажи тоже прикольные. Руки-базоки, там Навальный, там что только не было вообще, и сосиски какие-то, Человек-паук какой-то странный, в общем, было прикольно. Я бы с удовольствием что-нибудь похожее бы еще попроходил. Еще плюсы, есть некий сюжет, он интересный, есть в карте хотя бы одна битва против пони, да, это тоже добавляет интерес, но и в этой карте это даже выступило неким минусом, потому что, друзья, рассчитывайте на то, что мне реально с ними придется сражаться, но это было трудно, если бы я Keep Inventory не прописал, я понятия не имею, как бы я прошел эту миссию. То есть вот это нужно рассчитывать, проходите свои карты обязательно после того, как вы их строите. Может, я, конечно, как-то неправильно прошел карту, но я, по-моему, вообще все, что... А, так вон получается, мы в соседней деревне, что ли? Я собрал все вещи, которые можно, везде пролазил, и мне все равно этих сил мало бы было, чтобы одолеть всех этих понях. Смотрите, это получается вот эта соседняя деревня, нам, короче, надо было просто прибежать, и все, мы бы победили. Ну, вот такой у меня отзыв, карта огонь, я буду, что, как оценивать, строго, не строго, я не знаю, в общем, просто оценю на девяточку. Вот, и девяточка лишь потому, что реально я с пони не знал бы, как сражаться, мне нужны были какие-то вещи немножко получше. Так бы вообще десяточку поставил. Это вот я как предыдущую карту проходил, там, где мы супергероями с вами были. Я бы там тоже десятку поставил, карта огонь, но там автор попросил строго оценивать. Если здесь строго оценивать, то я все-таки вот тоже где-нибудь семерочку, восьмерочку точно вот поставил бы, если прям по строгости. Ну я вообще далеко не строгий чувачок, я бурундучок. И поэтому я всем картам всегда десяточки ставлю. Да вообще оценка это как? Оценка это такая вещь, что надо сказать, что можно улучшить, и чтоб в следующий раз автор построил какую-нибудь еще карту круче. Здесь я скажу, что мне все понравилось, задания прикольные, только, наверное, их можно получше объяснять, чтобы было конкретнее и понятнее, что делать, куда бежать, то есть вот, ну, вот такие вещи. И вот эти пони. А так вообще все круто. Большое спасибо Максиму за эту карту, она просто клевая. Ну, а мы, ребятки, перед тем, как закончить, давайте побегаем вообще. Я, наверное, сейчас включу мод, и мы с вами полетаем, посмотрим, что здесь есть, и вернемся в тот город. Я хочу просто полетать, немножко посмотреть со стороны на все эти построечки, на весь этот городок, потому что мне здесь уютно, не здесь, вот, а в том городке, здесь хотя тоже прикольно, но там проходил основной сюжет, и там вообще прям ух. Я так понимаю, здесь искать нам что-то не стоит, вот смотрите тут. Окей, здесь все наши поселенцы, они переехали сюда, в наше Бурундушкино, это деревня. Ну, я понял, что здесь, в принципе, я, наверное, ничего другого там нового там не найду. Здесь обычная у нас деревня такая. Я рад, что мы прошли карту, тут даже Бадди переселился, он с нормальной головой, это хорошо. Ну, давайте теперь вернемся сюда. Одноклассники, да, компьютер, вообще прикольно. Можно добавить побольше каких-то битв, если это возможно. Я тоже не против, только чтоб они были не совсем долгие и сложные. Сосиска тут упоротость, это вообще уже... Король, вот битву можно было бы, конечно, сделать. Ну, хотя это ход такой тоже прикольный, типа, ты уже опоздал. Здесь вообще уютненько, на самом деле, прикольненько. Офис одноклассников, вообще отдельный респект. Ну и классно, что я еще скажу, мне просто здесь нравится. Наверное, без съемочки я еще немножко побегу. Вот с Шреком можно было тоже какое-то задание прикольное придумать. Но в целом огонь, уютно, красиво, задание клевое. Так что все, я, наверное, закончу нашу сегодняшнюю серию. Друзья, не забывайте ставить лайки, если вам понравилась данная карта, понравилось прохождение. Подписывайтесь на основной лайв-канал, оставляйте ваши комментарии. Жух. Я сосед, 10 псин. Я сосед, кушал 10 лосин. Все, заканчиваю, ладно. В общем, все круто, классно, вы оставайтесь добрыми, позитивными. А с вами был я, Бурундучок. Всем удачи, ребятки, до новых встреч. Пока.